Сегодня в России отмечается день окончания Второй мировой войны. Международно-правовым основанием для установления памятной даты считается акт капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года. Вторая мировая война считается самой разрушительной и кровопролитной в мировой истории. В ней участвовало более 60 государств. Военные действия велись на территории 40 стран. А общее количество людских потерь составило свыше 75 миллионов человек. Якутяне тоже активно участвовали в военных действиях. В память о павших воинах сегодня на территории мемориального комплекса «Солдат Туймады» состоялся митинг.